Подожди, стой, 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 собачку рисую. Не за пуль случайно. Все, есть что, можешь пул РЧ давать, и я типа уже готов убивать. Пробафайте собачку. Да не надо, не надо, у меня вторая сейчас будет. Она забафанная вроде должна быть. Все, запускаем. Давай наверх, прожмайся. Нажал. Ай, хорошо. Это не макро. Ух ты, 12 тысяч. Две химеры вылетело, тутанули. Огонь. Огонь-то поближе все встанем. Можно я не буду сидеть, но неудобно. Никому, блядь, неудобно. У нас тут вообще просто... не свечится. Понятно. Это неудобно. Ой, зачем я бурс второй дал? Ну, дурак. Ваши. А, не, нормально, у меня как раз сейчас откатится эта херня. Припотик. Нет, нету. Эй, бля, чё в смысле собака умерла? Сука. Одна собака умирает, вторая сидит под дверью. А сейчас первого, после этого первого. У меня волк умер, это, блядь, хуйня все была. Пидор, блядь. Так не играю, блядь. Кому-то Дон пишет размножать раскол. А. Я звук обнул. Все, точно, я забыл. Когда он, блядь, в Дисе будет, я не пойму. Не знаю, он просто понял, что можно без Диса играть и все. И слушать музыки себе. Ну это такое, если честно. Согласен, ты не смог. Ну я, кстати, видел. Я бы не смог. Ну да, надо разговаривать просто. Конечно. Атмосфера другая. В одном рейде был такой хил, короче, Ипман у него ник, я даже сейчас помню. Он, ну, постоянно даже в DC нет, и он на него постоянно все горят. Он, типа, одет хорошо, но он постоянно слакает, от него что-то хотят, а он, типа, ну, типа, блядь, играет. Типа, ДДшнику как-то не критично, а вот хилу, наверное, проблемка, на самом деле. Ну, ты если знаешь, что делаешь, то вообще не важно. На самом-то деле. Давайте добиваем 5-10% осталось. Тут снова хороша лебедь, да? Лишь бы, блядь, не на мага перч. Я говорю, сейчас типа думаю, сейчас как выпаду перчи на мага, блядь, все, блядь, узорку, блядь, слетит кардак за орбиту. Да не взлетит, чё. Попки на фанта выпадут, и я, наверное, думаю, что может быть взять просто ради стату. А, что-то собирать, надо? Конечно. Они нужны, ну, они нужны на самом деле. Ну, блядь, такое, на самом деле. Это все равно лучший бонус, чем который у тебя есть. Он тебе больше даст. А что там, он АП собаки дает, АП питомцу дает, он даже залупа. Ну, нет, он собаке увеличивает урон, а собака увеличивает тебе урон. Смешно, смешно, блядь.
Все, понял. Пошлите, это погибли, блин. Да, не знаю, посох никому не... Бля, я давай посох сегодня. Давай потом вернемся. Не, мне Потом вернемся. Будем возвращаться на оперу. Подожди, зачем тебе перчатки на этот, слышишь? Ты выдаешь, у тебя есть уже. Ой, я случайно. Ну, все равно, наверное, 97 выкинул. Капец, напала очень редко падают. Ебать там шапки, блядь. Изука 93, Нейвер 97. Вон, Айнена будем долго еще. Перчи выбивать. Все готовы, мы также пробегаем. Сейчас я на ботинках и на плащике полечу. А как просто напрямую? Мы слева делаем. Все, ну ладно. Ну, как сказать. Я могу по Детеренсам пробежать, кстати. Ловушку развил. А мы за что бежим? Знаешь, как в следующий раз можно делать? Я придумал другую тактику, как можно это делать. Типа на пул же дается в этот. Типа если дам на тебя на пул, они будут бежать на тебя. Они и так сейчас все на меня бегут, я их всех согрел. Нет, просто типа если я даю на пул... Вот до сих пор до стены добегаем, бабу отдаем. Кому-нибудь бабу отдайте, порезать умеет. Все, есть. Он идеальный, дал. Отлично. Дал. Да, все. Чудеса. Почему масс-рез был бы? Да ничего, будет скоро. Да, критмецкость, конечно, ну такое себе. Голова-то какая сладкая. Угу. Зато голова с рпом. Ну да, голова прям там сочная. С кого там грудак в ульде падает на ретрика? Знает. Что-то мне Т4 вообще не нравится. Все с меткостью, блядь. В смысле, у тебя там ноги? Там... У тебя голова, у тебя перчатки и плечи. А грудь бери себе сорвом какую-нибудь ловкость. Так и что же в сорвас пекаться буду? А, ну хотя нам же АП на это ММО нужен. Ну ладно. Да слушай, он БДК. НХ. Ну, а ты уверен, что волк будет энхом бегать? Ну, у него он сильный. Ну... Там у него шея вообще-то есть на энхо. Кто, он у него на энхо есть, не понял? Угу, шея. С острова. А. И он и тринки выформил, и кольцо он себе выформил. Он вообще все выформил. Ну, понял. Я тоже удивился, когда посмотрел, что он дамажит, я потом посмотрел, что он, конечно, собрал его неправильно, но тем не менее он дамажит. А что он собрал неправильно? Я даже не знаю. Там чуть-чуть по соке там не то, чуть-чуть по шмоту не то. Типа он его собрал больше через АП, а нужно больше через фаст. Нужно больше через СПД. Нет, слушай, это вот выродок этого Сируса, СПДшник, потому что они, блин, один раз шмотку неправильно сделали. И все они... посоздавали. Не сделали неправильно шмотку, вот тогда он прям вообще ебашил. Я думаю, сам. Сейчас это уже, конечно, не то, но все равно даже на ванильном 335 он неплохо ебашит лучше ебашит до Т10. Я трипну сейчас. А, они понятно. Уже все убили, расслабься. Ну какая-то петушня согрелась.
Андон, а мы можем кое-что проверить? Там же мобы, по-моему, внизу говно. А, не так. Сейчас, короче, я первый пробегу. Протестить эту херню. Типа, может быть, нам даже не придется умирать, короче, только тебе. А тебя будем сумон. Ну или кого-нибудь с инвизом оставлять. Короче, я охуительно придумал. А что ты хочешь? Ну, короче, смотри, типа, я знаю 100%, что когда ты делаешь напул в пета и пробегаешь мимо, все бегут, ну, типа, он начинает, типа, видит тебя в таргете, моб, но бежит на цель, в которую ты сдал напул. То есть напул, типа, не надо ничего тычку давать, просто именно баф от напула пока висит. Вот, и может быть, типа, имеет смысл какому-нибудь зоркому давать этот напул, я буду пробегать, мобы будут бежать на него, типа, мы спокойно все пробегаем, а он потом мелк просто прожмет, и мы его смолим, даже умирать не надо. Сейчас, ну, блин, сэкономим времени, блин. Я просто проверю, потому что я не верю в это. На, ну да, на меня бегут. Интересно. Нет, это такая механика, да, но я просто не помню, как она правильно работает, но что-то вот сейчас... У меня молда магра не скинулся. Нет, смотри, ты типа из боя выйдешь. Я типа добегу, жму ФД, ты жмешь мелд, все, и типа ничего нет. Мы побежали по своим местам, встали, мы тебя присмонили, пошли дальше. Нет, так я сейчас, на мне даже боя не было, меня кинули с горку. Я нажал мелд, с меня не светило огонь, нет, меня практически мобы не сделали. Понятно, мы внизу просто пока стоим, ну, типа, вот, когда мы пробегаем. Я даю тебе на пул, ты побежал в обратную сторону, типа, туда, вниз, короче, куда-нибудь, к выходу. А я бегу, просто собираю весь трэш, типа, ну, и, типа, лицом танкую, чтобы люди пробежали по этому коридору. Ну, типа, они все бегут до тебя, типа, все стягивается. Потом просто ты уходишь мелд, я падаю в ФД, и мобы разбежались по сторонам. Может, даже без мелда, может, такое делать, что я просто прожимаюсь и живу как можно дольше. Ну, типа, либо так, без разницы абсолютно. Ну, типа, просто это либо... Научились просто... скипать. Ну, это очень много времени, когда этот трэш тоже очень душный. Кстати, а чё можно... Это нету уже, на самом деле. Мы сейчас все основные прошли уже, весь трэш. А чё, кстати, мы с этим, я забыл, с оперой решили? Мы идем, не идем? В конце, может, ебанем. Просто Корнесу надо, мне это... А... Да, не, да, Корнес. Опера мы точно идем, вопрос только сделай. Да чё, ебанём? Там недолго же. Yes. Так, а где Зорки у нас? А, Зорки я говорил, что ему в 9 надо отходить. Понял. Пошлите, пока убьем. А слушай, мы да чё, без Зорки? Зорки тут. Ну и всё. Ой, стой, нет. Давай, не обосрёмся, блядь, ну ладно, я так звоню. Ой, я повис. Все, слава богу, это дисконнект. Покаж. Главное, чтоб не откатило трэш. Упор, да, типа с РБК я смотрю. Вы зависли или только я? Да. Пойдем. Так, запоминаем, 9:13, дисконнект. Мы всего здесь 40 минут. Ладно, на кого-то били? Мы на Копыча. Не-не-не, в плане того, то, что сейчас при дисконе. А, нет, только спулили. А у нас у Арана 500 тысяч осталось. Нормально. А у, кстати, вот который топор из РБК, он, по-моему, достаточно сочный, 226-й. Там же, по-моему, 3 сакета можно влепить. Да, там очень крутой топор. Он на ретрика, по-моему, вообще залетает. На ретрика, на декашку, да, с этих с... И там этих ситекских залов или откуда там они. Я на фонта его выбил, а на ДК он не выпадает. Я его на X3, наверное, не знаю, но там... КДшек 15 фармил, он меня не выпал. Я прям долго ходил, вот именно в сетеке регал просто. Ладно, я отойду.
Да, запускает. Я зашел. Кстати, Донта, ты ж на начале контента БМом, да, бегал? Да. Мы, я тебя видел, я тебя вспомнил. Ну ты, конечно, дурак. Дамажил больше. М? Он дамажил больше, чем ММ в палку. Странно. Ну потому что у тебя статов нету самого. А у питомца есть базовые. Ну, базовые плюс твои, понятно, но раз у тебя нету, значит у него от твоих посланцев нет, но базовые у него все равно есть. Чё ты бегаешь надо? Я быстро спекнулся потом. Блин, добежает, все равно все висит. Да конечно. Это ж только после дисконнекта, так всегда. На говорящий со звездами. Мне звание с 10 больше нравится, чем с 25. Что еще раз? С 10 звание лучше, чем с 25. Говорящий со звездами или беззвездный скиталец? А не, а, да, да, звездная страница. Ну да, звездная страница за луп. Угу. Говорящий со звездами классный. Не знаю, типа, как-то вообще типа не смотрится английский ник с этими. Жаль, что нету этого выбора типа. Вот. Английского клиента у них нету, разве? Да, вот жалко, клиента английского нету. У Сируса он только русский. Я на Вармейне так на английском играл, привык к нему. Как-то было дело. Так я тоже постоянно на английском только играл, клиенте. Везде. Я только Сирус почему-то не хочет ставить. Ну. Ты как бы как раз понятно, ты ж посмотри на себя, ты этот, типа, на двух персах играешь. Гля, сочно как. Слышишь, Дон? Что? Посмотри, как смотрится сочно, по-моему. Ой, согласен, согласен. Только с плечами тебе надо что-то сделать. Плечи надо с Ульдуара пойти взять. Нет плечей сейчас. Либо отсюда можно взять еще. По-моему, с копыта падает. А, не, со смотрителя. Час или на кону, которая. Ну, не, конечно, на этом на андеде вообще дерьмово смотрится, поэтому те сравнивать там особо нет. Я вижу это с драконами. Да, да, да. Вот черный, именно в черной цветке они хороши. А вот то, что расцветка оранжево-розовая, которая типа в тир 2, она так себе. Кстати, выбил вот эту шляпку. На какой-то транс может тоже подойти. Ну, под этот берут, под. Прикольно. Да, вот прикольный цвет. Можно подобрать какой-то транс. А ты разве ее выбил? Она ж, по-моему, крафтовая. Не, она выбивает с какого-то инста РБК, это я точно не помню какой. Вот сегодня упала и выролил. У нас вообще все заряжены, и зорки тут на стиле. И Айнон, ну, тоже. У нас все дамажат. Айнон вообще красава. Вот Айнону прям можно ИП-шку начислить. Он постоянно в новом образе. А он же тогда, у него синенький сет есть какой-то. Да, у него синенький, у него желтенький был, у него еще коричневый какой-то видел. Но Айнон старается, вот Айнону прям липонити, так вот полтишок как бы. Да был бы гном, а был бы самым модным, для персонажей ничего понтуя нет. У него уже место. А чего у нас вар с топором это ПВПшным? Где? Уж там крит, бля. Кто с нас топором? Где с топором? Кто? Карнес после за топором. Он бегал постоянно с ним, что ли? Так нет, он не знаю, я вот из Коннектика видел, он был с этим, с этим, господи. А, с топором. Древком? Вот сейчас он с древком, да. О, да, сейчас древка. Это проблема трансмута, что ты не видишь, что происходит. А это на эта херня, понял, багается из-за... Ну скажи, как эта херня называется. Так, все зашли, давайте начнем. А, сейчас он зайдет хотя бы в комнату. Он там лагает пока что. Лангриса, кого нету? Давайте я встречу его. Все.
Стоун. Все, можешь начинать. Так меткости не будет, чтобы начинать. Подожди, ну сейчас он зайдет. Ну блядь, ну что ты делаешь тогда? Ну он хотя бы дверь откроет, пусть. Оу, кричи. Так, плюс 3 меткости не будет на боссе. О, я с напулом, у меня напул КД 28 секунд. Он дверь найти, походу, не может, я ему открою. Лангри, заходи. Это я, Невер. Заходи. Не бойся. Да он на месте там бегает, наверное. Нет, он стоял, просто залипал на дверь. Я лагаю, пиздец. Целый день дождь ебашит, интернет все твое будет. Все нормально, мы в Хогвартсе, давай, сейчас будет все. Все, давайте, я захожу. Невер, аут. Бля, козёл. Поздно. Ой, давайте да там ещё спать. Ни хера, типа, двух собак нету. Ну все это, я не так не играю. А, давайте моба все сыграем. У нас будет на 25% больше по боссу. Кстати, можно и моего трапдансера сделать, но это такое. Не-не-не, у тебя шоу-ролла не будет. Ветки в рве. Кстати, ну, кстати, как думаете, вот эта випка вообще что-то... Нет, она ничего дает, не дает. Мне кажется, она вообще ничего не дает. Да. То випка... Ну, там, типа 5%, 3%, не важно. Ну, типа это супер мало. Прям очень. Не, ну 5%, например, должно хоть что-то давать. Но такое чувство, что она вообще просто как будто не работает. Была раньше другая випка же, когда... Сейчас типа на 5% урона. Вот на 5% хп. На 5% хп это прикольно. А почему он появился? Он же не должен был появляться. Он... А, не, все нормально, на боссе баф есть. Была какая-то там к СПД или там к силе, какой-то другой баф был там. Повышение всех характеристик было. А, да, точно, как будто каска. Ну это лучше намного, чем вот сейчас. Согласен. Не, ну я план сносил. Потому он что тебе мелики больше получали, чем кастер. Ну да. Нет. Потому что там есть и ловкость, и сила, и это. Чем больше гира, тем больше это будет чувствоваться разница, ну, типа, на нормальном. Понятное дело. Да, оно все от гира зависит, у тебя же скейл идет не от базовых статов, а от этих, от твоего шмота в совокупности. То есть там как раз таки випка нормально будет плюсовать. Типа, ну даже вот 1%, типа я уже Донта догоняю и перегоняю периодически. Типа, вот я недавно третью випку взял. Доголосовал. А хотя какой, да? Нет, я все правильно доголосовал, а потом еще его взял. Мне еще 40% до 6 випки. Ебать. 4 профолки? У нее 6. Ну, еще 40% и будет 6. Но это не скоро еще. А, випка 6, понял. Да. 40% до нее, нет, это не скоро, да. Да, это еще не скоро. Ну еще пару сезонов в один. Нормально. Пошел. О, вот этот пояс, кстати, если никому не нужен, я заберу его. Ты его не донул, он тебе нормально все, не донулся? Как раз хоста, нормально. Никому не нужен? Идеальному, наверное, только если... А, идеальный нужен? Сейчас я смотрю, я думаю. Угу. Карты Таро раскидай на этом. Посчитайся. Вот кому-то. Не, нужен. Нужен. Жаль. Ладно, тогда. А кольцо тебе надо? Не, кольцо я отказался. Конечно, нужен, но тебе намного хуже. Ну, типа, не намного, но хуже. У тебя и СПД, типа, здесь больше, здесь хосты чуть меньше, но будет два сокета. Кстати, вот этот пояс хороший, правда.
Ну, Doom жалко, Doom? Что один сокет, но все равно. Ну, плюс этот нормально. Жалко, что один сокет, жалко, что два сокета. Ну, я не считаю что-то дополнительный. Не, я не про это. Сокет, про то, что сокета всегда не хватает. Я понял. О, да, мест... можно было бы стол барода бесконечно сокет. Ого. В конце 16 сокет. А я смотрел, где было 10 профессий можно выбирать. Они бы это, ну, проще по этой роли бы добавили, чем бесконечные сокеты. Меньше бы дисбаланса было бы. Знаете, типа залетел. Все готовы, давайте заходим. Мне уже бурстить нечем. Просто собаку меняю, все. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Слушай, собака такие крутые. Давайте Гера. А, Гера нет. Вот это еще рофл был по душе с РБК. Что 226 шея такие же статы дает, как 239. Там не только такие, я ботинки нашел. Да, там еще, там еще есть пару шмоток таких. Да. Это смешно. Я на форуме, блядь, а, там такие долбоёбы, блядь, просто ужас. Они там пишут, что типа, ой, там, короче, типа это, блядь, что шмот, типа, говно, типа, там все хуёво, типа, лоу-левелы не проходят. Я думаю, пиздец, ребята, в каком месте, блядь, бывает? У меня единственное предположение, что они, ну, создавали эти РБК, когда у льды не было. И а, они, да, хотели, да. Они хотели, ну, да, сделать шмотки из ульты по такие же по статам в этих РПКшек. Только почему они тогда типа нарисовали там 26-й там левел, ну типа странно. Ну там же есть отдельный гир. Все, стоим на месте. Это мне вчера пишет, это типа из Тенебрисов. То ли РЛ, то ли офицер, не знаю кто. Он такой. Типа, подскажи, пожалуйста, говорит, вы были в Каражане? Типа, тут на венце мы умираем. Я говорю, так двигаться не надо. Да у нас не двигаются. Я говорю, ты 100%? Да нет, 100%. Я говорю, информацию о смерти винкани. Я говорю, вот тебе, бля, человек, который тебя убил. Он такой, а, понял, спасибо. Ну, может, они прыгают там или еще что? Ну, да, там же вообще ничего нельзя делать. Там, по-моему, даже нажимать нельзя. Нет, прыжок тебя убивает. Прыжок тебя убьет, но тебе можно ходить, если на тебе нет венца. Ну да. Но это побор... опасно. Это опасно, да. А он разве не на весь рейд бросается? Ага. Я сейчас когда это... Там на двух или на трех человек. Я тут кое-что понял. Что я когда возьму себе перчатки контужные, я смогу себе вообще мегасексуальный сет сделать. Межхуительные перчатки из черного цвета. Они вот это говно на месте. Только если венец, вы стоите в венце, тоже нельзя ходить, даже если он не на вас. Да стойте просто и все, чего вы этот придумываете. Да, конечно. Ну это мало ли, сейчас если кто-нибудь захочет. Чё-то мы давно не вайпались, ребята. Так телепорта не будет. Ну да. Дон бомжей. Дон бомжей. Да я ж пошутил. Ты же видишь, что ты вызываешь, я же себя троллю. Я сарю его, но я соберу агро на нубах. Беги, малышка, беги! Вот. Гля, ну босс, ты что такое ДПС раскрутил? Тебя как догнать-то, дядя? А что-то дядя Игорь вообще не этот. Он мне все касты сбил, блядь. Да понятно, конечно. Аркан сбил, фрост кастуешь, фрост сбивает, блядь. Пацаны, типа там ачивка лутает, а мы слабые не лутаем. Что это за дела? Со следующего КД нужно ГПшка давать. Сука.
они уже закончатся, эти мобы. О. У меня все прожимки закончились. Не, нужно все-таки чивки делать, правда, кикать каст отдельно. Вот он мне, блять, он на мне ачивку делает, блядь. Беги, малышка, беги! Так, 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 что тут у нас? Хуета получается. Хуета получается. Надо кому плащик? Я спрошу. А кому здесь ловкость нужна? Наверно только если. Он, смотрите, нашел две разные груди, которые дают такие же самые статы. Индиетичные. Да, да. И вот ботинки есть, которые с этого срока собрания. Там, правда, метки. Может, так а может они оттуда вобрали как раз для Ульды? Не, наоборот, скорее всего. Наоборот? Ну да. Ну бери, чё ты, конечно. А. Да он тебе и выпал. Корнес, ну что? Типа, ну, вот эти шмотки, которые в Ульде, они же там, ну, на Вовхейде везде есть. Это близовские шмотки. А то, что они там нарисовали в РБК, ну, это они сами сделали. Ну, его бы по-хорошему бы скрутить, наверное. Ну, хотя, типа, им базу полностью менять такое. Но все равно неприятно, знаешь, там одни потели типа 25-ки закрывали в ХМах, а другие пришли типа РБК полутали и улыбнули. Ой, ну слушай, через месяц вообще никому не важно будет уже. Ну ладно, ты... через месяц, через полгода. Ульдуар ты мне что не нужен будет? Ну да, что типа где ты улутал эту шмотку в Ульдуаре или в РБКшке. Ну понятно, но это я говорю про сейчас. Просто. Ну да. Есть они такое. Не баланс. Одни типа ходят, типа заебываются, другие приходят, типа лутают, убегают дальше. А чё ты? Самое главное, ты не расстраивайся по этому поводу, и нормально будет. Так я не расстраиваюсь, просто типа ну неприятно. Ну так а ты. Ты себя не накручивай, ты не делай неприятно. Ну не, ну не знаю, ну неприятно как-то. Так как раз чтобы завязывай. Ну не, ну не знаю, ну неприятно все. Ну блядь, заебал. Че тебе неприятно? Типа ты дом, ну, типа ты построил город, и люди пришли туда жить, и ты, блядь, неприятно. Я дом этот город строил, тут нихуя не было, были деревянные хаты, блядь. Туалетов не было, ванн не было. Ты вот так расстраиваешься, да? Не-не-не-не. Я мэром буду, нет, там все нормально. Ну ты будь уверен. Я грызу. Сделай что-нибудь. Кто зачем это сделал? Изука, по-моему. Как его, блин, забанить? Ебать, это как ты написал вот это вот только что? Мы что-то о Тонке не знаем. Это просто мой компьютер, раскладка такая. Это даже хуже, чем Агра Скорпида. Или Арга, Арга. Это у меня просто компьютер американец, и он это, ну, не умеет русским писать. Мне иногда багается. You Americans? Смотри, если я скопирую, у меня вот так вот. Это то, что я скопировал по-русски. Он просто язык не знает. Пути нарушены. You Americans, получается. Вот, и в этом проблема. Босс только сейчас заметил подвох этого плаща. Что он немножечко хуета. Что с ними с ловкостью? Боска, да, да. Десятки. У меня вот такой вот. Вот это, например, вот это кольцо слепой тоже смешно. Слова не выговаривая, так чисто буквами. Кольцо слепой, да, веселее. Да, это просто. Тихо стало. Не подобрать слов. Минус хоста, да. Там немножко, да, немножко стата удает и минус 10 хосты. Да. Ни о чем кольцо. Еще и без гнезда. Тут кольца же какие-то бисовые есть с двумя дырками в каре. Ну, со смотрителя на милике. Смотрителя и с молчезара еще. Бля, натуре хуйня.
А чё с кольцом, серьезно? Какого хуйня у статов меньше? У какого? Нет, там статов суммарно, статов больше, но хосты меньше. Так нет, и хосты, и СПД, по-моему, меньше. А, на 2 СПД. Не, СПД там плюс 2, да. Но хосты прям много теряешь, типа, что за бред. Ну можно не апать, получается. Ну да. Блять. Да хули много. Про диспель, Донта, про диспель. Ну чили когда-то прилично на шмотку. Зато на 10 крита больше. Ну а, ну типа крит, ну такое, не знаю. Я не эксперт в хилах, но мне кажется, что типа хилу лучше быстрее косануть, нежели чем критануть. Типа, ты ж типа, все равно ты больше ориентируешься не на то, что тебя прокнет, не прокнет крит, а то, что условно там цепью или этим ты прохилишь энное количество. Попробую со щитом магическими. Ну что, Зорки, тебе упадет левая рука? Нет, так, я не выбил с этого. Давайте рыбку рибов. Только быстро делайте, потому что на Зорком эта херня висит. А, она слетит. Да так куда это не рыбка? Ну мы ж там только КД выбили. Ну тут с погибели пищи падает. Там хаст, крит, бирк. Слышишь, Зорки, когда она слетает? При пули босс слетает. О? Пожаль. Мне на этом боссе сжать книжку или нет? Да. Кто на синем? Я. Зорки. Зорки. А новый на зеленый работает. Я еще эту прожму, ослабление магии. Ну что, все готовы? Давайте запускать. Угу. Да сейчас он подойдет. Стаки спадают. Короче, на 30 стаках. Стаки закончатся сразу же. Как только мы спулим. Поэтому нет смысла. Это будет красивая победа. Зоркий дядя Игорь. А кто забирает на урон? Зорки. Уже. Сейчас лучше будет. А вот Гера будет? Гера, да, кстати. Уже. Язука. А дал каплю. Хорошо. Капки. Да. Я взял. Сейчас побежим. Отбегайте, 48. Рыбавните Изукова. Изука. Блять. Ты бесишь. Нормально. Дубль дор получается. Да не, все нормально, он убежал. Не, я про себя. Давай только не умирай, все сейчас. Че, сейчас карниз на него капли бонет. А на следующем не спасет, ты шо, там такие циферки летят. Так, ты капельку рано дал, кстати. Ну, скажите, на скольки стаках ее на третью лужу? Я скажу, когда. Да, не спасет капелька, говорю. Тогда, реально, она не спасет. Там такие циферки летят, что вы охуеете. Ну, это хоть что-то. Так столько помогает. Там уже надо. Если ДКшник стоит, то помогает капля хорошо. Да, ну ШП, по-моему, пока выживает. Нет, ТК в зелени выживает. Боже бой. Та зелень разве не скидывает этот луч? А скидывает. А, сейчас шоу. Я завис. Да, зависли. Ой, блядь, ебаный сирусовский хуй. Целый день сегодня, когда в РБК ходили, сколько раз уже репутали. Тоже сломал вообще. Я в РБК нормально сходил. Ты же вот общить. Ну ничего, зато нас с поставками кормят. Как-никак. Да, никак. А что, дали поставки, да? Да, поставки. Там знаешь, что там падает? Никуя. Монетка. Ох, как полезно. Заверните две, пожалуйста. Хоть бы уже в рулетку вот эти вот, эти, как там, осколки камней новых поставили. Да. Должны по ней сделать. Я коплю себе. Штука, да, не обновят рулетку.
Ну, что, они там вряд ли что-то супер крутое засунут, но что-то будет лучше, чем что есть. То, что есть сейчас. Сфера рыцаря, наверное, сферу поменяют. Ну, на что? А, ну на этот, на ИК. Ну да. Дон, мне нужно этот. Задонать мне ренейм. Я буду тебя копировать, у меня будет много неверов. И вот этот тренд. Да. У Кубова тоже у него нормально, у него Кубоб, Кубоб, Кебаб. Я тут это а квест в Тернистой долине какой-то делал. Смотрю, там этот Кебаб-бой. Сразу Кубобу скидывает, а ты... У него уже это подражатели есть. Какой-то воин был. Хули. Эх, курилка закончилась. А если, допустим, блок нажать не убьет, если с него выйду резко? Кого нажмешь? Блок в луже. Слишком долго, а ты когда с блока выйдешь, сразу сдохнешь. Нет, почему? Там урон штика, это наш непостоянный урон наносит. Ты можешь сделать макрос в блинк на консол ауру плюс блинк. И стоп-каст, наверное. МГКД даже, когда блинк снимаешь, ну точнее глыбы снимаешь. Нет, ты ни на какой ГКД. Не, глыбы без ГКД снимаешь. Анталаура снимает без ГКД, конечно. Не, у меня блок с этим, с макросом. Ну типа это нужно, знаешь, как делать? Ты даешь блок, вот полсекунды просто типа вдох сделал, нажал сразу. То есть, не, можно... полсекунды, блядь, ты умрешь уже. Там уже идет повышенный урон, блядь. Нажал, и тебе нужно типа вот блок, типа там в блоке тикнула она, и сразу же снял и кинул блинк. Ну, чтобы не терять стаки, вот к чему я веду. Ну, блоки, наверное, с тебя стаки спадут просто. Ну да, да. Нет, они не спадут, они в смысле этот луч насквозь. Оно пройдет. Баф или дебаф считается, стаки? Дебаф. Ну, если дебаф, то спадут, наверное. Так не спадают, не все. Заходит. Ну, не знаю, меня не заходят. Читер получается. Ой, сейчас, блядь, опять Майкл Джексон со всех сторон будет, блядь. Ай, сука, заебали. Своим ебучим аукционом, блядь. Зоркий, зоркий дядя Игорь. А, не, заебали. Вот вы запустили где персонажи, там пишется ожидание от этой серии. Ну, у меня такое что так же было. Все, теперь нормально запускает. Ну а сейчас ты зайдешь в игру, еще это побегаешь на месте лунной походкой. Нормально. Спасибо здесь еще. Охуенно получается. Согласен. Блять, еще и крашнулось. Ну спасибо, блять. Ой, бля, понимаю. У меня, короче, крашнулось. И запустилась сразу же этот Вовка, типа, в лобби. Не знаю, как это получилось. Но в целом приятно. Ой, все понятно, я улетел в этот, блядь. А я на втором этаже тут стою совсем. На пакет. Спулил. Я в этом, я, по-моему, в сети. В Золотом крае. А нет, в Каражане. Ой, понятно, хуесосов тут тонна, блядь, быстрее спрыгивать, блядь, пока не убили. Ой, тут хоти, сейчас там босс идет. У меня труп у Ангриса прыгает. Че нас Винс не пускает? У меня повозка целиком, блядь, не запускает Винс. Меня запустило, но с другой стороны. Я тоже с другой стороны. Так, тут дверь заперта все равно. Так, потому что мы не убили этот... того оперня. Ну, плюс Монти тогда. Мои нервы точно когда-то сдадут уже.
Господи, ты боже мой. Ну, вроде боя нету. Да у них постоянно, когда что-то новое врубают. Опять выбило, кстати. Или меня одного? Нет, все нормально. Отлагает. А, меня вообще выкинуло. Меня выкинуло. Куда вас выкинуло? Почему меня не выкинуло? Почему я такой классный? Наоборот. Я бы тебе или... Моментально зашел. Почему ты не достоин, чтобы тебя выкинуло? Ну, слушай. А, да. Блядь, я в чудных землях, пиздец. Я сейчас суманем. Понимаю. Ой, забавные, увлекательные рейды. А где еще магом камень стоит? Ты все стали скотнуться, можешь. Каражан, каражан, каражанушка. Я не знаю, мне каражан не нравится. Он, типа, у меня уже заебал. Ульдуар нет, а вот каражан заебал. Опять, что ли, дисконнект? Да, так, блин. Меня опять, да. Сходили. Пацаны, качайте 1.6. Постреляем хотя бы. А, блядь, не получится, я ж не могу ходить, у меня ж W сломано. Похуй ты назад, хуярь. Ну, кстати, да. Или бочком. Да, бочком с распрыжкой, да, прям на скеле. Да похуй, погнали доту. Первую. Не, сори, я доту не умею. Ну ничего страшного, научишься там. Лучше не стоит. Четыре пальца ноги надо, все нормально. Я никогда в доту не играл. Правильно сделал. Лучше не начинать, да? Да, залупай бана. Вообще. Вот качаешь ла-2, и в ла-2 нормально. Ла-2, типа, что это такое? Линейдж 2. Берешь, короче. Нет, берешь кружечку кофе. И вот, блядь, в понедельник сел, блядь, в воскресенье, блядь, в следующей неделе, блядь, встал, типа, ура, мы убили босса. Очень удобно, полезно. Боюм резнулся, да? Да. Не, ну не боюм, боюм быстро резнется. Типа лакос. Я хейтер аниме вот этой всей хуйни, блядь, так что нахуй. Изука, Корнес и Лангрис, покиньте, ай, босс, покиньте, пожалуйста, чат. У нас тут хейтер. Ну как, не хейтер, просто, ну, у меня, я не знаю, как-то вот на вот эту рисовку ихнюю, вот это ебало, когда они рисуют глаза эти большие, блядь, все эти, блядь, волосы свои ебучие, нахуй, разноцветные. Ой, просто... давайте не будем, а? Просто, блядь, очко горит. Ну это культура других людей, я просто не поддерживаю. Культура, не, ну хуй знает, художник. Каждый сам решает. Этот смотреть, тоже. Не смотреть. Но хейтить такое, да я не, думаю, я, что это... Не, я не говорю, что хейтить прям. Я такой хуйней не занимаюсь, просто не переношу и все. Ну. Не, хейтить, типа, я не пишу ни комменты никакие, нигде ничего. Мне типа похуй. Кто смотрит, тот смотрит. Я максимум что из этого смотрел, за... Чё, блядь? Ну вот этот был мультик, нахуй, с Джеки Чаном, короче. Где он там в конце еще интервью давал, блядь. Да, прикольная была тема. Я как-то еще более-менее относился. Что вы тут хентай обсуждаете? Не, мы про вот эту... Я хуй знаю, аниме, не аниме, блядь. Там же это разная всякая хуйня есть. Я в этой хуйне не разбираюсь. Там не заходит, не? Не, меня не пускает. А ну погоди, считайте с ними. Эй, фу! Чтобы от Невера команду взять было или что? Ну, походу там, ну, блядь, обучают. Прожимки, блядь, обучают. Собака на ап крикнула, блядь. Собаку тренирует. Собака крикнула на ап, Невер разъебал комнату, блядь. А прикинь, если собаку научит реги фармить. Ну да, блядь. Будет. Я что-то видел, там кто-то ворону или сорок обучил, она типа золото пиздила, домой приносила. Нормал будет. РБК фармить псина будет, блядь. Просто Невер такой с работы приходит, блядь.
разваливается, там, блядь, РБК, нахуй, сердолики лежат, и, блядь. Собака, да, может, больше, чем Нейвер, блядь. Нейвера в рейды больше не берут, блядь. Типа, Нейвер, подай голос, уф-уф, типа, все нормально, можно играть. Ебать, чуть не сагрил, нихуя. Я прям стоял в 2 миллиметрах. Блять, обожаю. Господи, сагрилась, убегаю. Бегим, да, бегим надо, отсюда. Надо 11 успеть каражан закрыть. А чё? Давай, не обокрём. Ну мне в 11 надо сбегать у кулка. Блять, лагает ещё. Да ничего, если чё, мы тебя сглазнём. Сирус, ну ты задрал уже. Согласен, так хорошо шли. Бля, я сдох. Бля, этот придурок опять бегает. Кстати, да, мы так хорошо шли, и тут Сириус, как обычно. Блядь, не дают нам даже вот... Да, либо вот медленно идем, блядь, либо какая-то хуйня. Прошлое КДМ очень долго, из-за того, что вай были, и так далее, а сейчас дискон. Слушай, не так уж и долго, мы, по-моему, в 3 часа уложились, суммарно. Типа, соперы... Но мы ж Оню еще не на том КД не ходили. Ну, не, мы не ходили, да. Я тогда, кстати, я что-то писал при шахматы на прошлое КД. У меня скриншот шахмат был, типа, что в 22:53, что-то такое, ну, типа, около 11. Ты когда одна шмотка упала? Да. Они там дали-то это колечко с меткостью, но никто не захотел, как бы. Я написал, что спасибо, не надо, оставьте себе. Подавитесь. От мэна. Не сработало. А, пойду колечко себе новое возьму. 58-е. Хуже, конечно, но ладно. А лучше в шапке выпадали, блять, уже, а то мы себе пишем. Понятно. Чувака откроют, блять, а мы себе перчатки выпадать, смотрите. Так а ты все статы считал там, ну, действительно суммарно больше? Может, там у них что-то багнулось, написать им баг-репорт надо? Не, ну суммарно там точно больше, там просто хосты меньше. А на всех шмотках всего больше, включая хосты. Не, ну пересчитать все равно их. Угу. Всякое может быть, у них бывало такое часто. Это вы все про 58-е кольцо? Ну да, стрёмно получается. Хоть бы дырку, сука, сделали у него тогда. Да, вот если бы дырка была, то в принципе пофиг уже на эти статы. Угу. Ну, 58-е кольцо без дырки — это... Позор. Долг. Это, знаешь, это самоуничтожающее послание. Туннель. А подожди, ты, я вижу, как ты пишешь над головой, но не вижу, как ты пишешь. Да. Прикольно получается. Это самоуничтожающее. Вы там шуманите? Или Изука АФК стоит? Изука АФК. Блядь, ладно, сами дойдем. Взять кольцо с духом, типа, блядь, репу максимум, взять кольцо с духом. Ой, я второго джинса поставил. Там 58 хосты, блядь, 94 скрипт. А крипто очко уже, блядь, и все. Опа, идеальный. Сагрил. Сейчас резну. Ну я, главное, далеко был, я дальше тебя был. Ну да, не знаю, чего они на тебя сагрились. Да смотри нахер!
же, а если взять эту собаку, просто привязать к дереву и оставить с бомжами на два дня? Жестоко, наверное. Ну, блин, я типа по собакам такое себе. Ну, там дебаф будет, запах бомжа называется. Ничего страшного, потом мы этот... Это спектов, Егорчик. Ох, подожди, я смеялся и не готов был, а теперь я готов в целом. Короче, скажи себе, капну там. Я уже дал на пул. Вот что он просто носится туда пахать, ну, камон. Вот он просто там ничего не делает, он просто влево-вправо бегает. Бегает, тяжело дышит, блядь. Вот это жизнь. Так, давайте соберем сейчас один раз его убить. Да. И до остальных пойдем. Это где? Сейчас чего уже будет? Вы уже на ком? Вы уже на карнасе. Че, когда кого? Подожди, еще рано. Сейчас давай. Да. Лучше смотрим. Уже появилась, ага, он отлично. Пытаемся отходить, 48. Отбегаем. Хуя двадцатка, ебать. Ну там ротацию сколько? Ну да, 1-2, 1-2, 1-2. Сейчас стойте, еще может задуть. Не, все нормально. Так вот он поставил его сейчас чуть подальше от себя, лучше, чтобы не было куда бежать. Хорошо. Так ты стань прям туда, в портал, а не как ты стоишь. Ну а если лужа разольется, я куда, блядь, побегу? Ну, вперед, ну. А, все, смотри, нормально, у тебя с другой стороны. Да. Нет, про другое, про то, что ты становишься, когда он, типа, вот здесь в углу. Ты прям впритык на какой-то хер к нему становишься. Все. Просто бьем. Извини. Сейчас у карниза капля есть. Извиняешь? Спасибо. Сейчас лужа будет. Вот прям сейчас. Где лужа? У Изуха. Все нормально. Мы выжили. А массакра работает? Получше капли, не знаете? Да. Я массакру давай дам. Давай сейчас. Сокру. А, да, да. Уже дал, да. Боже. Он видел. Все, переходим. Я поймаю, разверну. Давай. Блять, сейчас еще один раз задует. Пизда. Подошли, да? Сильно. Угу. Пал? О, гонщики, на. Ну да, два топ ДПС от ночи. Эра ноуна есть? Идеально у меня. И Заркова потеряли. Как меня убило. Ну ты далеко был, я не успел просить. Я встал уже. Скажешь, когда капнет на язык? Да я же не держу. В дейвере. Не, давайте, наверное, будем ложиться, потому что не успеем. Да, давайте. Чтоб не тратить время. А, есть диван, давайте аккуратненько здесь встанем. На Войт или вы на идеального? Говно какую-то. А типа аж недалеко так... отбежало, получается, или чё? Можно ливать, это, блядь. Нет, это вы близко подбежали. Типа, ну вы стояли вот здесь вот, и он вас задул. Так он не должен это задувать. Почему? А, мы сидели. Херово, я понял. Вы просто раньше побежали к стенке. А он еще в это время кастовал.
И он потом еще дал второй, потому что он, я слишком близко стоял. Короче, масса кру оставляем на привок, если такая ситуация будет. А каплю на это чуть на челик. Не-не-не-не, такой ситуации просто не должно быть почему-то. Не, ну вдруг, вдруг тебя. Странно. Она была. Зачем, а зачем босс встал, вопрос? Давайте шкаф. Ну так тебе вопрос, ты же сам встал. Ну это типа, знаешь, там, это, внимание ответь, что типа это не я. По-моему, где он? А, не. Гля, ну босс, ой, босс, Корнес сильный, он, видишь, и там успевает, и написать, и это. Что, ну, босс, умер там босс? И дамажить, и хилить, да? Вообще, типа, бешеный. Ты ногами играешь за паладина, а руками за вар, или как, или наоборот? Ну, получается, нет, что нет. Так. У него джойстик, знаешь, от вертолета. Одна рука для вара, другая для паладина. У меня прямо очень сильно фризит. Убил просто. О, тренировал эту шутку, да? Идеально, тебе нужен ревок? Сделай ревок. Давай лучше мы тебя подождем чуть-чуть, чем лайпнемся. Ой, задушил, конечно, прям ужас. Молодец, молодец, Дон. Я же чуть не расплакался. Ну все, наверное, смущаешь меня. Трогательно было это. О. Все, выдохнули, пошли дальше. Ждем следующую. Так, Дуат прошел с пугами и испытывает проблемы на Калагарне.